В школах еще осенние каникулы, а за партами гимназии номер 5 нет свободных мест. Сотни педагогов школьных и дошкольных учреждений образования Ленинского района города Гродно с самого утра вышли на работу. Только вот делились они знаниями не с детьми, а с коллегами. Вера Гуринович участие в фестивале педагогических идей принимает уже в 5-й раз. Электронное пособие для изучения немецкого языка, которое ей удалось разработать, позволило за короткий срок подтянуть знания всем учащимся ее класса. Мои дети являлись соавторами этого проекта. Я использовала материал с их участием, фото, изображение. Они тестировали данный материал. С их помощью я могла найти ошибки при создании данного ресурса и исправить их. Здоровье и безопасность, взаимодействие родителей и педагогов, работа с одаренными детьми. Найти не стандартный, а эффективный способ для достижения результатов и рассказать о нем другим – главный смысл фестиваля. Есть разная форма представления опыта, и мастер-класс, и творческий отчет. Педагоги делают презентации, делятся опытом. Далее идет создание сборника. Прошлый год и в этом планируем сделать электронный вариант. В этом кабинете также кипит работа. Правда, интересными наработками делятся не учителя, а председатели профсоюзных организаций. Участие в фестивале они принимают впервые. Валентина Самойлик – лидер во всем. Она пользуется авторитетом в школе. Ведь внутришкольный профсоюзный журнал и даже школьное радио появилось благодаря ее стараниям. То, что мы делаем у себя внутри, то, что проводится очень большая работа, естественно, знают наши члены профсоюза, знаем мы внутри школы. Но показать свою работу, поделиться опытом, почерпнуть что-то, значит, интересное из опыта работы коллег, я думаю, что это очень важно и это необходимо. Рассказать о каждой идее, которая прозвучала на фестивале, невозможно, но можно с уверенностью сказать, что учащиеся и их родители узнают о самых действенных тогда, когда мысли будут воплощаться в жизнь. Алла Нычко, Дмитрий Пастернак, новости Гродно+.